Как Адам Холкис. Ну, третий, четвертый. Уж здесь, когда, казалось бы, много простора на площадке, можно было дать призвиться сверхскоростному Сан-Луи, и проворному Стемкосу, и мудрому Ле Кавалье. Однако ж, вот... Опа! Опа! Вот это шайба! По-моему, Овечкина. По-моему, Александр Овечкин все-таки... заковырял ее без негатива абсолютно, нет. Такие голы тоже существуют в Национальной хоккейной лиге. И я не буду призывать вас сейчас, поклонники Вашингтона, сравнивать с теми хайлайтовыми голами, которые Овечкин забивал там, во множестве Национальной хоккейной лиги. Сейчас Алексу нужны и такие голы. И вот такие тоже. У него сезон трудный, да, у Вашингтона может быть еще труднее. Вот и радость, видите? Какая? Обычный трудовой, классический такой канадский или североамериканский, если хотите, гол. Для Овечкина стал 20.